самые дорогие вина в мире по-прежнему производятся не у нас. Это я не о том вине, которое было сделано еще при Наполеоне. Я о том, что еще можно пить. Вот, к примеру, Мюзиньи Гран-Крю от французского поместья Домен-Леруа, урожай 2015 года. Одна бутылка 0,7 такого красного бургундского стоит 9 миллионов рублей. Примерно как новый Mercedes GLS, BMW X7 или сразу 9 Renault Duster. Кому что нравится. Нашим виноделам о таких ценах остается только мечтать.